Приветствую всех на очередном матче. И сегодня у нас разыгрывается очередной тур Казахстан Champions Cup. И для вас сегодня на поле играют команды Silk.net.com, представляющие город Астана. И против них будет выступать коллектив из Алматы, Кайсар Плаза. Silk.net.com является номинальными хозяевами матча, ну не прям совсем номинальными, достаточно часто они выступают на Саран арене, то есть регулярно выступают на Саран арене и являются командой, выступающей в основном футбол Лига С, но Кайсар Плаз в очередь является номинальными гостями данной встречи. Silk.net.com сегодня у нас на поле в традиционной для себя синей форме и представлен следующим составом. Первый номер Батаилов Сарымбет, 13-й Сабыр Сабит. А здесь опасный момент, и как раз таки Батаилов Сарымбет выносит мяч из штрафной зоны и тушит. Пожар, 10-й Сайбен Алмаз, 3-й Малимбеков Тимур, 99-й Бардамис Ильяс, 9-й Манапов Дархан, 16-й Витарин Нариман, 22-й Батигалиев Саят, 96-й Сатиев Санжар, 18-й Мухамеджанов Лызбек, опасный удар, и в очередной раз Батаилов. 6-й Баконурлы Махамбет, 21-й Надырбей Барыс, 91-й Асташкин Александр, 77-й Санатхан Беликей, 51-й Дакенов Азамат. Вот таким вот образом у нас представлены игроки Silk.net.com, но их визави, напомним, Кайсар Плаза в форме белого цвета. Следующим самым первый Далтон Антонио, 26-й Абрамов Николай, 7-й Абдраманов Алмат, 15-й Зунунов Тельман, 3-й Давидов Дмитрий, 9-й Берегуров Галумжан, 10-й Хосинадзоров Ялкунджан, 12-й Татаров Рашид, 14-й Тенебрибегенов Бауржан, 28-й Салтан Джандос, 98-й Кунов Нуржарыс, 24-й Нуржаев Растамбек и 17-й Бекен Алмаз. Вот таким вот образом представлены игроки у нас. По очередной опасный момент у ворот Silk.net.com и поддавливают пока что их алматинцы. Дальний удар, чем попытка дальнего удара. Блок приходится мяч. Здесь на правом по углу есть. Нет, возвращает. Бахтигалиев стоят с мячом. Перевод налево. Сташкин спиной к воротам. По ногам достается, но без свистка. Здесь ошибка при передаче. И можно с этой позиции бить. Спиной к воротам разворачивается. Тиф Санджар хорошо действует в обороне. Умудряется даже выбить мяч. Но не без нарушения правил. По мнению арбитра, Сатиев Санджар все же свалил в этом эпизоде. И будет назначен достаточно опасный штрафной удар. Silk.net.com. Нет, не будет все-таки штрафного удара. Возвращается мяч Silk.net.com. Ну и сразу же расстаются они вот таким вот образом. Далтон Антонио. Дает своему партнеру по команде. Опять Далтон Антонио. И пока что не торопится расставаться мячом. Silk.net.com в свою очередь активно в прессинге действует. Вот сейчас подключаются и дает сразу свои плоды. Ошибка перепередачи. Но все еще Silk.net.com с мячом удается все-таки выцарапать им для себя владение. Передача на Сатиева Санджар. Сатиев Санджар прострел, никого не оказалось в штрафной зоне из его партнеров по команде. А
отскочила, значит, неприятно при обработке. Мы могли допустить опасную потерю, но все же удалось сохранить владение все еще с мячом. Кайсар. Осташкин Александр немного поддавливает. Ну, не так активно, наверное, как следовало бы. Но возвращает все же себе владение Silk.net.com. Осташкин Александр и жестко по ногам достается 91-му номеру Silk.net.com. И что, без желтой карточки, да? Да, без желтой карточки, все же, по мнению арбитра. Здесь просто, да, неудачное стечение обстоятельств немного, но сразу же поднимается Осташкин. Ну, приходится покинуть ему, кстати, поле. Видимо, какая-то боль беспокоит 91-го номера Silk.net.com и выходит на его место Санатхан Беликен. Баконурла скинул, решил самостоятельно пивать Мухамеджанову. Алтынбеку скинул, тут в свою очередь зарабатывает угловой для своей команды. Байконурлы, удар с дальней дистанции и чиркнул, да, все же. О, мяч Давыдова Дмитрия, ну и очередной угловой. В исполнении Silk.net.com, предыдущий оказался неопасным, ну и этот более чем, но тяжело было здесь замкнуть. Такой прострел Малибенову Тимуру. Очередной удар, и в этот раз совсем неудачно, но слишком далеко не успевает никак. А к мячу Драманов Алмат на подборе. Попытка вот таким вот образом пробить с боковой линии, ничего опасного, в принципе, у ворот Батаилова Срымбета, но вот после активного начала Кайсар немного подуспокоились, как будто бы заставили в первой пятиминутке вратаря Silk.net.com активно действовать на линии, выносить мячи, совершать сейвы, но вот сейчас Silk.net.com подключились уже. Но пока что Далтон Антонио таким образом не вступает в эпизоды, как это делал вратарь Silk.net.com. Все-таки менее опасные моменты создают номинальные хозяева матча. Вот здесь вот. Много растерялся при активном давлении со стороны соперника, ну и вынудил его все-таки игрок Кайсар расстаться мячом. Здесь уже ошибка при передаче в обратном направлении, но не удается сохранить владение Silk.net.com. Сразу же подключается к активному прессингу, три игрока остаются позади, и здесь неточная передача. Может быть, опасный момент. 2 в 3 в нападении. Попытка перевода по диагонали не увенчалась успехом. И Silk.net.com сразу пытаются уйти в контратаку, но смогли остановить Кайсар. И в очередной раз пытаются что-то сконструировать в нападении. Сейчас активный прессинг уже Silk.net.com демонстрирует. Но хорошо, из него выходит Кайсар, переводит на левый фланг. Дальше прокидывает. Можно совершать прострел, что и попытался сделать
18, 10 номер. Кайсар Хасинодар, Хасиназоров. Ялкунджан, но вратарь вовремя вступил в эпизод. Ошибка при обработке и выпускает. Сайбен Алманс мяч за пределы поля. Первая половина тайма по номеру 1 тоже прошла. И сейчас есть опасный момент у Silk.net.com. Можно бить, и Сайбен Алманс пробивает, но немного мимо ворот. Опасный момент у ворот КСР. Ну, наверное, один из самых опасных, которые могли создать Silk.net.com. Сатиев Санжар. Попытка совершить прострел в штрафную площадь, но на блок. Она тыкается. 96 номер Silk.net.com. А сейчас ошибка уже в исполнении Кайсар. И обратное направление такая же. В исполнении Silk.net.com. Теряет владение Сатиев Санжар. Передача на левый фланг. Попытка перекинуть, но все еще. С мячом Кайсар здесь нарушает правила. Салтан Джандос, ну и в принципе не спорят с арбитром, извиняется перед Осташкиным за опасную игру. Салтан, удар, и Сатиев на месте накрывает. Удар Салтан Джандоса, но удается заработать достаточно опасный. Аут у Матинским. Латинскому коллективу прострел, никого не оказалось на траектории мяча. Соответственно, некому было, в принципе, заткнуть эту передачу. Опасный момент у ворот. Кайсар, но выше ворот. Все же пробивают. Малибеков Тимур. Осташкин с мячом. Вставляет своему партнеру по команде. И Далтон впервые вступает в игру. Еще один момент. И удается все же Кайсар отбиться от этой атаки, но и сразу же несутся вперед. Заряженный Бахтиглиев Саят. Попытка пройти про центру, отдает на Осташкина. Осташкин ошибается при передаче. И на выходе Батилов Сарымбет не дает возможности развить. Или точнее обострить атаку Кайсар. Перевод на правый фланг, и ошибка при обработке мяча, могло быть вполне опасно, но не удалось у Нуржибаева. Арыстанбека должным образом работать мяч. Сейчас удается все же перехватить, но Бахтигалиев Саят сразу же исправляется за ошибку и выносит мяч за пределы поля. По нулям пока что на табло. Ну и никак не удается распечатать ворота друг друга у обоих коллективов, несмотря на наличие моментов у обеих сторон. Сатиев Санжар умудряется выиграть верховую борьбу, точнее не верховую, нижнюю, но борьбу
за мяч, так или иначе. Далтон на подборе. Передача на левый фланг, забрасывал, но никак не дотянуться было. Абдраман Валмат вот этого мяча. И на поле. На газоне располагается Матвеев Сырымбет. Я понимаю, какая-то травма мучает его. Ну и судя по действиям его партнера по команде, мышечная травма. Судорога схватила Матвеев Сырымбета, но все, поднимается обратно на газон. И я думаю, может продолжить игру. Заброс. Дима! Не увенчался успехом. И здесь можно с разворота пытался пробить спиной к воротам, находясь от Романов Алмат. Но сняли мяч с ноги у седьмого номера Кайсар. Прострел. На подборе удар. И плотный, сильный удар у Берегова Халамжана, но не точно оказался. Ошибка при выносе мяча, Батаилов Сырымбет, и переходит владение Кайсар. Пока что темп невысокий у нас, как мы можем наблюдать, не особо быстро и активно действуют игроки. Вот сейчас попытка перевести на стрелу атаки. Проход через левый фланг и поспевает. К мячу Ахмеджанов. Не выбивает его все же, но владение все еще у Кайсар. Три игрока Silk.net.com сразу же располагаются на чужой половине поля, но активно не прессингуют. Заброс на острие и прямо в руки киперу Silk.net.com. Умудряться вернуться. Бить можно, но Батаилов на месте и тащит удар Нуржабаева. Нуржабаева Арыстанбеком. Еще один момент, но свечу запускают и за пределы, нет, не за пределы поля, но все же с нарушением правил. В этот раз действует Нургажаев. И штрафной удар в исполнении. Silk.net.com зарабатывают достаточно опасную позицию для вывода мяча из-за боковой линии. Silk.net.com и Байконурлы Махамбет располагается у мяча. Прострел. И очередной. Очередной. Корнер. Я так понимаю, нет, все же аут. Угловое исполнение Silk.net.com. Заброс на правый фланг. Байконур Ле бьет с лету. И тяжело было ему там. Через огромное количество людей. В створ ворот никак не удастся пробить. С вот такой вот плотностью нахождения людей. Штрафной площадь. Сатиев Санжар спину толчок получает. Ну и фиксирует фол-арбитр без каких-либо промедлений. Давыдов Дмитрий нарушает правила.
Байконур Махамбет бьет и прямо в стенку. Далтон не без проблем выбивает мяч. Сатиев Санжар на подборе. Ошибка при передаче. Байконур Махамбет перехватывает и решает пробить, несмотря на то, что на правом фланге на самом деле подключался. Это его партнер по команде. Манава Авдархан ожидал передачи. Бактигалиев стоят на перехвате, но не удается ему сохранить владение, удержать мяч в пределах поля. Ну и первая половина матча заканчивается, и выявить нишу не удается. Пока что коллективом, ну и думаю, во второй половине должны будут уже распечатать ворота. Хотя бы одной из команд. Команды на поле, напоминаю вам, 0-0. Силкнет.ком Кайсар, и здесь по лицу, я так понимаю, достается Малибекову Тимуру. Ну и нарушение правил фиксирует арбитр. Нет, не фиксирует. Нет, фиксирует, а показывает на точку. Сам изначально этого не понял Манап Авдархан. Сатиев Санжару мяча, Бахтигалиев стоят слева от него, думаю, можно будет направить 22-му номеру Silt.net.com, бьет сам, больше на прострел или удар внешней стороной стопы, но так или иначе Васташкина угодил мяч, и ничего опасного из этого вывести не удалось Астанинскому коллективу. Асташкин на подборе. Потерю мяча. Силкнет.ком совершают. И как будто готовятся к дальнему удару. Но нет, передача на правый фланг. Можно прострел совершить. И немного не там располагался Танибергенов Бауржан. Thank you.
Перевод на правый фланг. Не увечал успехом, но сразу же возвращает Манапов мяч. Попытка перевести пятку в исполнение Сташкина. Перевести-то получается, но не на своего игрока. Дальше направо. И сейчас что опасное может быть. Удар сразу блокируется, но все еще. Кайсар с мячом. Еще одна попытка удара. И удается все же отбиться от атаки силкнетком, но Кайсар все еще с мячом. Он заступил за линию. Игрок Кайсар при выносе мяча из аута, ну и переходит такое право Silk.net.com. Сразу же теряет владение и возвращает себе стадинский коллектив. Бактигалиев с мячом. Бьет с дальней дистанции и мимо ворот. Сатиф Санджар хорошо отбирает мяч, но и зарабатывает фол еще на себе. Достаточно опасная позиция. В предыдущий раз не ее. Но, видимо, разыгрывать все-таки будут. Байконурло Махамбет на подстраховке. Сатиф Санджар слева также есть. Обатили Байконурло. Отдает направо и пробивает поворотом. Мухамеджанов Алтынбек. Сати Санджар подает мяч с углового. Прострел и немного не дотягивается Бактигалиев Саят. Опасная позиция, ударная. И осталось только попасть по мячу, на самом деле, 22 номер silk.net.com для того, чтобы открыть счет данной встречи, но не повезло в этом эпизоде. Остаюсь с мячом. Кайсар сразу же ошибается при передаче. Дальний удар и Далтон Антония отражает удар Хамиджанова Алтынбека. Неожиданно пробил, я думаю, для первого номера и кипера Кайсар, игрок silk.net.com, но на месте оказался кипер, успел среагировать. Бахтур Махамбет, удар, нет, прострел, и Сатиф Санджар замыкал передачу, немного не хватило ему, наверное, везения в большей степени. Ну и не успел, должным образом подстроиться, но в этот раз, я думаю, Далтон Антонио пришлось бы попотеть, ведь мяч в ворот. Заброс на левый фланг. С мячом все еще Кайсары. Ну и здесь уже ошибку совершают при развитии атаки. Силкнетком. Мухамеджанов с мячом. Дает Байконурлу Махамбету. И силкнетком. Он вынужден вернуться на свою половину поля. Сатиф Санджар ищет
партнеров по команде разводит руками. Ну и ошибка при обработке уже. Сайбен Алмаз не успел немного на мяч. И переходит владение. Кайсар. Ошибка при переобработке мяча. Сати Санжар на подборе. Дает на Бакру Махамбета. Обратно на центр. Сати Санжар спиной к воротам. В падении пытается пробить, но Далтон на месте. Успевает среагировать и фиксирует мяч в руках. Но не без проблем. Сати Санжар здесь падение. И травма, я так понимаю, очень. В неприятной ситуации располагает сейчас 96 номер, как за колено держится. Я так понимаю, резко его подвернул в какой-то момент, потому что никакого столкновения в принципе не было. Ну и вот такие вот травмы на самом деле порой опаснее, чем травмы, которые получены при столкновении. Приходится оказать медицинскую помощь Сативу Санжару, а вклад он весомый вносит в состав своей команды и достаточно важный игрок для Silt.com. Поднимается Бактигалиев, прошу прощения, Сатиев Санжар, и приходится покинуть ему поле, причем не может он опираться на правую ногу, ну и будет продолжаться ему оказываться медицинская помощь за пределами игровой зоны. Продолжается у нас игра, и надеемся, что с Сатием Санжаром все будет в порядке. Выглядело достаточно неприятно и болезненно для 96 номера Silt.com, но... Так или иначе, надеемся, что все хорошо. Но продолжается у нас игра, и Silt.com умудрились перехватить мяч. Бактигалиев Саян проходит, перевод на левый фланг, и... Слишком сильно Сташкина отдает передачу 22 номер. Номинальный хозяев матча. Стенку получилось сыграть, немного не дошла. Передача до Зунунова.
Ну и как-то легко у них до поры до времени получалось продвигаться к воротам Silknet.com, но дальше уже встретили должное сопротивление. Перевод, и Бахтигалиев успевает все же выбить мяч прямо из-под носа Нургажаева Арыстанбека. Прострел, и Silknet.com с мячом переводит на Осташкин, Осташкин по левому флангу. Получается у него идти от опекуна, и дальше уже ошибка при обработке мяча. Бахтигалиев на месте. Перевод на правый фланг, прострел и гол! Гол забивает, и Осташкин Александр выводит свою команду вперед, распечатав ворота. Кайсарс, и счет 1-0 на табло. Удалось все же. Удалось все же астанинскому коллективу выйти вперед. И спустя 30 минут наблюдаем мы с вами первый забитый гол. Ну и если получится держать победу в сегодняшней дальнем, точнее, встрече, Silknet.com обеспечит себе не выход из группы с 6 очками, но Кайсар Плаза придется повременить с непосредственно выходом этим самим, ну и обеспечивать его в следующем для себя матче, но пока что еще не все потерян для Кайсара. 1-0 более чем отыгрываем еще, да и времени предостаточно. Очередное падение уже за пределами поля, и в этот раз капитан команды Сайбан Умас хватается за правую щиколотку, насколько я понимаю, ну и владение Silknet.com. Удар, и приходится он прямо в стенку. Очередная попытка вывода мяча из-за боковой линии. Бахтанул Махамбет, прострел, и не доходит передача до адресата, кем бы он ни был. Вытмечай заута, прострел, и Осташкин спиной к воротам располагался. Тяжело ему было бы здесь, конечно, перевести мяч в ворота. Ну и переходит владение Кайсара. Далтон с мячом. Дает направо. Высоко располагаются игроки Silknet.com. Сразу вчетвером в какой-то момент на чужой половине поля. Бахрыл Махамбет. И удается. Удается ему завладеть мячом и выцарапать владение своей команде. Бахтрул Махамбет, удар в игрока. Кайсар приходится мяч, но все еще владение Silknet.com. Осташкин на подборе. И теряет все же владение Silknet.com. И сразу же удается Осташкину вернуть мяч для своей команды. Штрафной удар. Бахрул Махамбет, перевод направо, удар, и абсолютно не опасно в исполнении Мухамеджанова Алтынбека. Саня, уйди!
Силкнет.ком, прост... Нет, это удар прямой. Но и не пришлось. Ожидал Тон Антонио вступать в эпизод. Вносит мяч на острие атаки. Бактигалиев без проблем на втором этаже держит победу. Но все еще Кайсар с мячом. Будет перевод дальше налево. Да, все верно. На левый фланг прострел. И Бактигалиев стоял, переводит мяч на угловой. Очередное падение и небольшая травма в этот раз уже у Мухамеджанова Алтынбека. Покидает поле 18 номер Силкнет.ком и на его место выходит Манапов Дархан. Не везет сегодня на травмы Силкнет.ком, очевидно. Прострел и немного Манапу Дархану. Сила для того, чтобы чуть не в свои ворота перенести мяч. Кайсар можно бить. Решает дальше довести и выносит мяч Силкнет.ком на ваут. Практически корнер. Он в исполнении Кайсар Плаза. Непонятно пока, кто завладевал мячом, но и вот сейчас все-таки решилось, смогли отбиться игроки Силкнет.ком от давления в исполнении Кайса. Удар, Далтон выносит мяч, Кайсар подключается к нападению. Встречает его игроки Силкнет.ком. И получается вернуть мяч номинальным хозяевам. Прострел и никого не оказалось. Анатхан Берекин слишком далеко располагался от мяча, чтобы передача в итоге до него дошла. И вот на правый фланг. Дальше через правый. В стенку попытка сыграть. Не увенчал успехом и сразу же ошибка при передаче Силкнет.ком. Активизировались. Кайсар нет. У них, конечно же, выбора. Угловой очередной. Разыгрывают. И Бахтигалиев стоят. Удается ему сейчас на время отбиться от атак своих визави. Удар за дальней дистанции, немного выше ворот. Но рикошет все уже был. Еще не рикошет, а пальцами сыграл в мяч Батылов. Сырымбет очередной угловой давит игроков Силкнет.ком Кайсар. Но пока что ничего сверхопасного создать не удается алматинским представителям. Полторы минуты на табло. Кайсар срочно нужно что-то придумывать. В активном прессинге действует. И Бактигалиев стоят на перехвате. Заброс неточный. Абсолютно в руки, в ноги Далтону ровно. Перевод на острие. Дальше пытался налево отдать передачу Нуражаев Арстенбек. Но, возможно, стоило самому все-таки пробивать. Но очень неэгостично действуют игроки Кайсар. Ошибка. Исполнение Зунунова. И сразу же Зунунов Тельман исправляется за потерю мяча. Перевод направо и не удается ничего опасного создать. 20 секунд есть у Кайсар для того, чтобы что-то придумать. Перевод на штрафную зону. Никого, кроме игроков
Силтнетном там не осталось, но еще 10 секунд есть у Хайсара, и возможно что-то получится придумать. Секунды буквально отделяют Силтнетком от победы, и все. Силтнетком смогли все же в тяжелом матче с Кайсар Плаза задержать победу 1-0. Но зарабатывают 6 очков, соответственно, обеспечивают себе место в 1-8 Казахстан Чемпионс Кап.